Формат прямых линий министерств и ведомств с жителями Чувашии был запущен по инициативе временно исполняющего обязанности главы республики и в условиях ограничений оказался очень востребованным. Минсельхоз Чувашии такие линии проводит еженедельно в разных муниципалитетах. Сегодня из Цивильского района. Не случайно сегодня с нами вместе Сергей Федорович, потому что мы на прямую линию с вами выходим из Цивильского района. Как и обещали в прошлый раз, потому что цивиляне были самыми активными, и вопросов от них было больше всего. Всего на платформах YouTube и ВКонтакте собралось около 500 зрителей. Формат прямых линий очень интересен и полезен для всех участников, отметил Артамонов. Он позволяет сэкономить время и в кратчайшие сроки разобраться с проблемными вопросами. В районах вовсю идет посевная, и с этим связано много переживаний. Вот тут Андрей Петров задает прям вопрос министру сельского хозяйства. Доброе утро. Скоро ли лето, Сергей Геннадьевич? Вопрос очень интересный. К сожалению, все работы встали. Весенние полевые работы проводить не можем. Пока вроде как сроки позволяют, но уже опаздываем на 3-4 дня, если сравнить с прошлым годом. Будем надеяться, что в ближайшее время погода наладится. Еще один животрепещущий вопрос – как быть в празднике? Разрешат ли выезды на приусадебные участки? И если да, то на каких условиях? Скоро майские праздники, и начнется сезон выездов на приусадебные личные хозяйства. Как можно будет осуществить эти выезды в условиях самоизоляции? Да, выезжать надо также, ограничений, все мы понимаем, нет, для предприятий, для всех, кто занимается ведением личного подсобного хозяйства или приусадебного хозяйства, кто ездит на даче или сельхозпредприятий, ограничений нет ни для кого, но, конечно, меры санитарные надо соблюдать. Подключались к эфиру и жители других регионов. Проект уже выходит за пределы республики, потому что у нас был звонок из Татарстана. Люди спрашивают о возможности инвестирования в хозяйство, в сельское хозяйство Чувашской республики. Вопросы, которые не были озвучены за эфирный час, обязательно будут рассмотрены в течение дня. А следующая прямая линия пройдет ровно через неделю уже в Канашском районе. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика.